На 2 месяца раньше. Депутаты Ивановской областной думы поддержали проекты федеральных законов, которые предусматривают перенос срока уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 октября. Такая мера, по мнению разработчиков, благоприятно отразится на сбалансированности регионального и местного бюджетов. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2018 года. Парламентарии проголосовали за закон, но не единогласно. Была хоть какая-то отдушина там, до декабря можно потянуть, потому что сейчас и мусоры, и продукты и прочее. Но чтобы наполнить бюджет, мы давайте перенесем и давайте еще раз нагнем население. Я считаю, вот в этой части нельзя поддерживать федеральный закон и оставить декабрь месяц нормальный месяц.